Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Наш утренний кофе. Кофе сегодня. И вы меня давно просили сделать расклад в рубрике «Звезда на ладони» на Макса Барского. Но мне как-то, вот знаете, я же не поклонник современной музыки, да? И я как-то, ну, Макс Барский, кто такой? А здесь сегодня мне пришло, да, вот пришло сегодня, оно же должно прийти. Думаю, ну-ка я посмотрю, почему-то я о нем вспомнила именно сегодня. Поставила его песню на украинском языке, классная песня, какая-то такая, он на площади пел вот в Киеве. Приятный парень, вы знаете, у меня хорошее было от него ощущение, такой холодок пошел так по спине, приятный парень. И под эту песню я сделала ему расклад. Расклад большой, как мы делаем на всех звезд. Интересно? Расскажу вам, как я вижу его сегодня, его завтра и его послезавтра. Так, ну что, поехали? Кто он на сегодня по своей сути? Макс Барских. Карты. Паж Жезловый, шестерка Пентакливая и Жрица. Знаете, на сегодня он такой человек, который душевно, да, скажем, это душевно и финансово помогает людям, поддерживает. Он такой, знаете, вот такой, такой посол, как бы, вот такой паж, который несет приятные новости и какую-то помощь. Я думаю, финансовую помощь. По шестерке Пентакли прям вот финансовую помощь, знаете, ну вот... Вот так, оказывает поддержку, да, человек, молодой человек, потому что, вы знаете, у него еще есть будущее, он еще не король у меня, он у меня еще не король, он у меня пока паж, это, то есть он в начале своего пути, я вам хочу сказать, но он человек, оказывающий поддержку и духовную, и финансовую другим людям. Что в его доме сейчас? В его доме очень... Так, сейчас в его доме, сейчас, секундочку, сейчас в его доме надежды, ожидания, неожиданно, так, сейчас, что сейчас с ним происходит, все, уже расклад не делала несколько дней, забыла, что зачем, так, что сейчас с ним происходит, сейчас, он вот активно занят творчеством, и он несет, да, несет вот эту вот гуманитарную идею. У него много изменений, постоянно в движении, да, какая-то движуха, постоянное колесо фортуны постоянно крутится. Ну, видите, и рыцарь у нас кубковый, и паж у нас кубковый, да, то есть несет он творчество, несет благую весть, вот весь он такой, весь сейчас кубковый и... постоянном передвижении, постоянно. В его доме сложные зачастую какие-то оформления официальных бумаг и работы, много работы, потому что, чтобы нести вот это свое творчество и гуманную идею, чтобы кому-то помогать, на самом деле нужно много работать, да? То есть за этими кубками скрывается реально постоянная, тяжелая на самом деле, упорная работа и оформление разных документов. Так, что ждет Макс? Ждет. Ждет он какие-то активные действия, да, такие атакующие, да, что-то он такое ожидает, что, знаете, как какую-то атаку.
ожидает атаку, сильную атаку, какое-то сильно активное действие. Он ждет вот что-то такое, активизация каких-то действий, вот как в военных. В войне это была бы атака, ждет контрнаступление. В его случае я не знаю, что это может быть, но каких-то какой-то активный такой наступающий проект, и он под картой силы. Сильный. Опасается разочарований, конечно, что может не получиться у него что-то, но ожидания вот такие вот. Надежды. Надежды у него на то, что он все-таки сможет вырасти профессионально. У него все для этого есть, и ему помогут в этом люди из прошлого, какие-то настоящие верные люди из прошлого. Надеется, что все-таки у него все есть для того, чтобы вырасти в своей карьере, да, чтобы иметь хорошую, надежную работу, расти профессионально. У него все для этого есть, он может с этим справиться и надеется на каких-то людей из прошлого. Что же с ним произойдет неожиданно? С Максом. Неожиданно Макса ждет дорога. Дорога с перспективой. Дорога, в которой он будет, конечно, как звезда, да, как звезда светить. Вероятно, это что-то вроде гастролей, какой-то активной творческой деятельности с поездками. Видите, дорога, в дороге он активно, как звезда на колеснице, да, такая творческая деятельность. Об этом будет известно, об этом будут говорить, это в перспективах и на будущее. Ну вот что-то такое, да, какие-то концерты, возможно, в дороге, в передвижении. Ну вот так. Что ждет его в ближайшее время, в ближайшем будущем? В ближайшем будущем, смотрите, хорошие карты, в принципе, да. Что здесь может быть? Придет некая усталость. Может быть, знаете, после этой активной деятельности, которая у него будет вот в ближайшее время, все-таки может прийти некая усталость, какое-то, знаете, когда уже нужен отдых. И, ну, чуть снизить темпы, да. От чего-то он будет отказываться. Возможно, от каких-то проектов он будет отказываться. Но, собственно говоря, это приведет его все-таки к душевному равновесию, покою. Мало того, карта Солнца – это, конечно, такой, знаете, гармоничный период жизни, период счастья, когда ты постигаешь, период, когда у тебя все хорошо, в этот период возможны свадьбы, рождение детей, исполнение желания. Я не знаю, женат ли Макс Барских. Давайте посмотрим, женат ли он. Ну, я бы сказала, нет. Выбирает. Выбирает, присматривается. Скажите, я права или нет? Он женат или нет? Так вот, у него даже свадьба возможна. Если он не женат, то у него, возможно, даже свадьба, в принципе. И даже рождение ребенка. Кстати, рождение ребенка вполне. Видите, последняя карта императрица. Вполне. А что же будет в дальнейшем с ним? В дальнейшем он будет заниматься уже больше своим домом. Активная его деятельность может взять какую-то, знаете, какую-то паузу. Но здесь, знаете, это скорее он будет, он может перейти больше в такую вот интернет, IT, вот эту вот часть, да, работать больше, не знаю, по клипам, да, по каким-то там видео, что-то такое, а больше посвящать времени своему дому и некую такую паузу, может быть, сделать. Возможно, это связано, вот, например, с браком, рождением ребенка, как вариант, понимаете, да? То есть такая некая у него будет пауза, а активность будет больше онлайн, вот так сказать. Онлайн больше вот в этот разряд перейдет, ему нужно будет уделять время как бы дому уже. Вот что-то такое. Интересно очень. Давайте посмотрим отношение Макса к Украине. Мы же так смотрим всегда, да? Давайте посмотрим отношение Макса Барских к Украине.
Ну, смотрите, рыцарь кубковый несет благую весть, прекрасные отношения, отношения к войне. Отшельник, отшельник смотрит, изучает, принимает решения, осмысливает, старается это все осветить под солнцем. Спасает многих людей, кстати, Макс, он спасает каких-то людей, оказывает какую-то благотворительность, вероятно, вы понимаете, финансовую, вероятно, благотворительность он какую-то оказывает. То есть и активно, работает активно, да, на дело вот мира, скажем так. Ну, что-то такое. Ну, видите, то есть преодолевает препятствия, активно сражается на своем, скажем, на своем поле. Что-то такое. Что-то такое у Макса. Ну, давайте посмотрим, ждет ли его успех в Украине. Вот так. Загадаем, ждет ли этого симпатичного парня успех в Украине. Ждет ли Макса Барских успех в Украине? О, да. Успех, несомненно, посмотрите, девятка пентаклей, ресурсная карта, успех. Он будет купаться в успехе, он будет финансово очень благополучный, ну, возможно, он уже есть финансово благополучный, да, здесь все, здесь дано все. Талант, средства, возможности, все тебе дано, да, твоя страна, развивайся, чем больше ты даешь, тем больше тебе возвращается. Вот такая карта, понимаете? Ну, хорошо у него все будет с успехом и с финансами, с ресурсами, ну, вперед, Макс Барский, вперед. Хорошие перспективы, хорошие. И надеюсь, что он будет счастлив и в личной жизни. Пожелаем ему этого успехов, успехов. Хорошим людям должны быть открыты дороги. Он заработал свое счастье, пусть будет счастлив. Ну вот такой расклад, мои хорошие, такой расклад. Видите, я сегодня еще вот такая вся. До новых встреч, обязательно сегодня увидимся. Мой утренний кофе. А я продолжаю прием, поэтому прощаюсь, у меня уже дозванивается человек. Прощаюсь с вами, до новых встреч, мои хорошие. Ну а Макс, хороший парень, мне понравился, кстати, понравился. Что-то в нем есть такое. Не так, чтобы ах, но, знаете, такой стабильный, приятный, положительный рыцарь. Вот, еще не дорос до короля, это у него впереди, но вот так вот. Приятный. Удачи, Макс!